Лучшую футбольную команду среди сотрудников Министерства финансов определяют сегодня в Астане. Специально ко дню национальной валюты, дню финансиста организован турнир по мини-футболу. За звание лучшие поборются 9 команд. Свои силы на поле испытают сотрудники Центрального аппарата Минфина, Комитета госдоходов, Казначейства, Госимущества и приватизации, Финконтроля, Госзакупок, финансового мониторинга, а также компании по реабилитации и управлению активами и Центра электронной коммерции. По словам организаторов, подобные турниры проводятся дважды в год. Перед этим участники активно тренируются 3 недели. Перед соревнованием каждый раз у нас дается месяц подготовки. Каждая команда центрального аппарата и комитетов и структурной подразделения готовится где-то в течение месяца в этом комплексе 2 раза в неделю. Все в хорошем боевом состоянии, все готовы к победе.